Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим в духовке очень вкусное блюдо. Головы красной рыбы, запеченные с картошечкой в духовке. Нам потребуется 1-2 головы от красной рыбы, подойдет любая. Я взяла голову киты, немного картошки, майонез, черный молотый перец и роллтон с мясным вкусом. Вместо роллтона можно использовать соль. Головы перед приготовлением нужно хорошо вымыть, удалить жабры, обрезать плавники. Сейчас мы ее слегка присолим. Мне нравится, когда она роллтоном присолена, можно просто солью посолить. Сильно не нужно солить, потому что очень легко рыба пересаливается быстро. Еще майонез будет к тому же солененький. Чуть-чуть буквально вот. Также немножко ее посыпать перчиком черным молотым. Все тут натираем. И намазываем голову майонезом. Картошку разрезаем на четвертушечки, тоже слегка посыпаем перчиком, роллтоном и перемешиваем с майонезом. Подготовленную таким образом рыбу и картошку выкладываем на противень или в формочку. Вот так вот рыбку. И вокруг ее обкладываем картошкой. Запекать будем все это в духовке при 200 градусах минут 20-25 до готовности рыбы и картошки. Через 20 минут наше блюдо готово. Посыпаем зеленью и подаем к столу. Я надеюсь, оно вам понравится. Приятного аппетита и пока-пока!